Каждый праздник мама водила меня на причастие в храм. Мы шли через луг, через поле. Мама впереди, а я сзади. Мама часто останавливалась и поджидала меня, а подходя ближе к церкви, мы вслух читали «Отче наш» и крестились. Еще я помню слезы. Они душили меня всякий раз, когда начинал петь деревенский церковный хор. Я вырос среди слез. Мне и сегодня кажется, что глаза мои видели только слезы, а уши слышали только плач. Я видел и слышал столько их в каждой хате. В Федюках, где я родился, не было дома без сирот.